вокальные ансамбли, сольные исполнители и танцевальные номера. Продюсерский центр «Иколь» занимается творческим развитием детей в разных направлениях и является официальным партнером «Кинотаврика». Концерт посвящен 80-летию города. Среди зрителей – учащиеся всех школ города, представители администрации, а также гости из Индии, которые уже неделю наслаждаются культурой России. Мы рады, что продюсерский центр «Иколь» и «Кинотаврик» объединяет и наших ивантеевских детей. И совсем скоро, 4 числа, в городе Сочи, наши ивантеевские ребята, самые талантливые из города, поедут туда и примут в нем участие.